представляете время. А сейчас попробуем, у нас говорил, наш чемпион, семикратный чемпион мира, хорошо бросал, рука не сюда, а рука именно вот сюда шла. То есть сейчас следующее больше вот это. У нас в этом варианте был. Вот сюда больше тянули, а сейчас именно рука забрали рукава и рука вот это больше. Сюда вынесли. А вот это выводит. Выводит. Посмотрели, когда улетает. Еще раз. Рука тянет вниз. Попробуем вот этот вариант. Бросок получается быстрее. Бросок чуть быстрее. Но уже, наверное, конечно, еще раз повторюсь, этот бросок. Сложно технически, да, выполнить, но если вы попадете в движение и все правильно сделаете, вы легко бросите. Забрали рукава, вот это уже тень, и рука вот это вниз, вот сюда, вниз. Вниз, подход идет. И обязательно, ребят, тазом подсаживаемся и выбиваем. Мы не бросаем спиной, мы бросаем через ногу. Мы бросаем через ногу, вот через ногу, рука сюда тянет, вот под силу и выбили. Сейчас сложнее его сделать, но если говорю, что у вас не попадете, давайте попробуем.